И всем здорово, пацаны, у микрофона, как обычно, Раш, ребята, доброе утро, наконец-то доброе утро, мы столько не спали, столько бессонных ночей, ждали 0.16.0, и наконец-то, вот она, ребята, самое масштабное обновление, сегодня мы с вами купим весь Gold Pass 0.16.0 Dragon Rise, ребята, тут столько уровней, скорее всего, он будет слишком дорогой, как был дорогой этот, ревайвал коллекция, блин, сколько уровней, 400. Охренеть, 450 уровней, пацаны, мы идем покупать Gold Pass сразу сходу, нажимаю на кнопочку купить сразу сходу, списываются денежки мои, ребята, с Турции я ушел, если что, но почему-то у меня тут ничего не обновляется, окей. 82 лир, я не знаю, сколько это в рублях, ребята, надеюсь, что мне на все хватит. Окей, Gold Pass у нас есть, ребята, что нам тут дают? Нам дали... Это что, это медаль получается? Медалька, да, или брелок? Что это такое? Не знаю, короче, ладно. Получаем уровни, ребята. 569, 5000 рублей, что ли, стоит. Окей, поехали, поехали. Фиг с ним, ребята. Покупаем первые 5 уровней, забирай. Забирай, просто все... Капец, я просто ждал нереально этой обновы, ребята. Мамочки, как же я рад. Ребята, я куплю сейчас все уровни. Так, нам там... Давайте просто посмотрим хотя бы, что там могут давать вообще. Что там есть? Что там есть вообще в принципе? Так, купилось? Купилось, все, уходи. Так, окей, скины. Скины, скины. Акер Армор. F57 Enforces. Так, это... На М110 какая красивая рарка, ребята. Офигеть. О, новый пулемет. Капец, капец, капец. Дигл Якуза, ребята, на Дигл наконец-то М60 анимешный какой-то, обалдеть, обалдеть, тут стикеры. Так, давайте вот сразу, вот мы сейчас купили, ребята, уже с вами 150 уровней, по-моему, да. И в принципе у нас уже есть два ножа, у нас есть, так, или что, или нет, и буду смотреть. Не буду смотреть, ребята, покупаем еще, ребята, покупаем быстрее, давай, пожалуйста, стендов 2, просто обрабатывай. И мне уже просто реально не терпится, ребята, посмотреть, что у меня там выпало. Там просто куча ножей танта, 100%, ребята, я не могу, меня просто переполняют эмоции. Наконец-то я реально ждал этого обновления, ребята, просто месяцев 7! Месяцев 7, и последние ночи 3, ребята, я практически не спал, потому что ждал, пока она выйдет, эта обнова, ребята. Я надеюсь, что вы тоже так же, как и я, рады наконец выходу 0.16.0, потому что... о! Так, это все? Сколько у меня еще уровней осталось? Это, ребята, что-то нереальное. Это что-то нереальное. Так, сколько мне уровней осталось купить? 400... Так, 50? И еще сколько? 50 и... 15, да? Ладно, окей, идем, ребята, покупать. Надеюсь, у меня денег на карте хватит. Если что, придется еще докидывать. Я специально для этого ролика выделил денежку. Не знаю, сколько тысяч рублей сейчас на это уйдет, ребята, но поверьте мне, очень много тысяч рублей на это уйдет. Капец, просто поставь лайк, братик. Напиши в комментариях, если ты наконец-то вот просто дождался 0.16.0. Сейчас, ребята, поверьте мне, будет огромный прилив аудитории в стендов 2, потому что люди изголодали по обновлению. Не было обновления, ребята, у нас все... у меня закончились деньги, срочно. Подождите, сейчас докину. Последний, докидываем, у меня закончились деньги. Это больше 30-ки ушло на весь батл пасс, пацаны. Это капец. Это, скорее всего, не знаю почему, но у меня, скорее всего, считает по Турции. Хотя я подавно поставил Россия, ребят, и не знаю, ну что за говно. Ладно, нужно просто торопиться, потому что я, ребята, не могу уже ждать. Я реально уже не могу ждать, мне просто хочется уже увидеть, что у нас там, что у нас в этом батл пассе выпало. Какой нож я получу себе, ребята? Не могу! Я надеюсь, у меня арканные скины выпадут. У меня сейчас, представьте, у меня будет сейчас просто 450 новых предметов. Это же еще Empire кейсы, ребята. Но Empire кейсы мы откроем в другом ролике. Так, у вас уже есть этот контент. Вы что, офигели? Я просто не могу. Меня трясет всего, ребята, изнутри. Я просто как узнал, что обновление вышло, я полетел. Я спал, чтобы вы понимали. Я просто полетел, быстро подорвался. У меня очень, кстати, закрузочный экран не фейковый. Веля не обманывал, ребята. Ух, меня очень тяжело, ребята, разбудить. Но здесь я сам просто подорвался в первую секунду.
и побежал, потому что я ждал этого полгода. Этот момент настал, и меня сейчас переполняет просто эмоции на всю катушку, ребят. Это нереальные эмоции. Это нереальные эмоции. Наконец-то это самое глобальное обновление вышло. Я в шоке, ребята. Грузись, пожалуйста, быстрее. Есть, все. Нет, не смотреть. Так, тут у нас ничего нового не добавили. Там новых этих добавили, ребята. Новые какие-то режим штурм. Еще какой-то режим. Я сегодня все это обязательно посмотрю. Сниму ролики, ребята. Но сейчас начнем с Battle Pass. Обновление я не стал записывать обзор на обновление, потому что смысла нет, но никого не обгоню. Ютуберы давно меня уже все обогнали. Ребята, все. Ну чё, заходим? 475 новых предметов, союзники. Да. Давай, Empire кейсы. Арканки. Так, сейчас ножи будут. Travel кейсы, Скорпион кейсы. А, тут еще левые какие-то. Empire бок. Просто столько ножей! Какой красивый. Охренеть, да, они все красивые, пацаны. Применить. Так, чё? О, статрековская аркана! Она же до хера будет стоить! Статрековская аркана, пацаны! Мне статрек аркана выпал. Я не знаю. Все, у меня... Капец, ну ни одного арканного стикера... Да... Я не знаю, пацаны, я не могу, мне плохо. Просто статрек аркана, раз, столько ножей, столько эмоций. О, как чаром катана. О, катану что ведут, что ли, или что? Так, а ну давайте, не знаю, по приколу, давайте один Empire кейсик откроем, ребята, посмотрим, что тут может выпасть. Перчатки пролетают в кейсе. Камон, что? Это же очень странно. Ладно, МК демон. Ничего похоже на Nightwolf. Давайте посмотрим, короче, ребята, сейчас в закрытом лобби. Фастом посмотрим, как же выглядит нож. Танта в руках, пацаны. Все. И будем заканчивать. 35 или даже больше, возможно, 1000 рублей у меня ушло на этот Battle Pass, ребята. Но... Я вообще ни капельки не жалею, потому что я это... Что? Офигеть! Тихо, а как он? Еще раз, как достает? Охренеть, стоп! Не могу, это ж такая... Обалдеть! Нож просто соска, пацаны! Axelbot, я вас люблю, я вас прощаю за то, что вы так долго все это выпускали. Обалдеть. Ребята, все, короче, я пошел записывать кучу роликов для вас прямо сейчас. Подписывайся на канал обязательно с колокольчиком и ставь лайк под этим роликом. Все, у микрофона был Rush. Прямо сейчас таки на этот ролик смотри его до конца, братанчик. И жди новых роликов, не знаю, не могу. Все, всем пока.